Наша Вселенная — это 300 миллиардов галактик, каждая из которых насчитывает в среднем около 300 миллиардов звезд. Каждая из этих удивительных систем работает по определенным правилам, в определенном порядке. Земля является лишь малой частью огромной Вселенной и представляет собой превосходную систему, построенную на исключительно сложных и точных расчетах. Наша планета, в отличие от остальных небесных тел, обладает атмосферой, благоприятной для развития жизни. Вода занимает большую часть планеты. Без этой живительной влаги жизнь на Земле была бы невозможна. Рельеф, орбита Земли опять-таки свидетельствует о том, что эта планета спроектирована именно для жизни. Животный мир этой особенной планеты удивительно разнообразен. Миллионы животных и растений различных видов гармонично сосуществуют на ней. Эта гармония настолько безупречна, что без вмешательства человека могла бы продолжаться постоянно. Как же все-таки появилась жизнь на Земле? Наблюдая за земными обитателями, можно без труда проследить в них очевидный дизайн. Все они оснащены исключительно сложными системами, что позволяет им выполнять свою работу в самой идеальной форме. Таким образом, если животный и растительный мир спланирован, разработан и приведен в действие, следовательно, у него должен быть и свой создатель. И этот создатель – Бог, что создал все из ничего – и небеса, и землю, и все живое. Теория же эволюции, появившаяся в XIX веке, опровергает столь явный факт сотворения жизни. Эта теория заключает в себе мысль о том, что живые существа появились совершенно случайно. Человеком, выдвинувшим эту идею, был естествовед-любитель Чарльз Дарвин. Он раскрыл свою теорию книги «Происхождение видов путем естественного отбора», опубликованной в 1859 году. За короткий срок это произведение завоевало популярность. Причиной тому стала не научная ценность книги, а идеология, проповедуемая в ней. Дарвин обеспечил почву материалистической философии, отрицающей существование Бога. Ее фанатичные приверженцы страстно поддержали эту идею. Основоположник диалектического материализма Карл Маркс посвятил свой знаменитый труд «Капитал» Чарльзу Дарвину. В дарственном экземпляре Маркс написал: «Чарльзу Дарвину от пылкого поклонника». Согласно теории Дарвина, живые существа произошли от единого предка и развивались на протяжении долгого времени –
подвергаясь постоянным изменениям. Сам же Дарвин не смог предоставить миру ни единого доказательства своей теории. Более того, автор теории эволюции осознавал, что существует множество фактов, опровергающих его детище. Дарвину пришлось признать их в приложении своей книги под названием «Сложности теории». Он надеялся, что эти сложности исчезнут с развитием науки. Однако, напротив, развитие науки разрушит один за другим казавшиеся нерушимыми постулаты теории эволюции. Дарвин считал, что все живые существа произошли от единого предка и эволюционировали друг от друга на протяжении своего развития. В таком случае напрашивается вопрос, откуда же появилось первое живое существо. Дарвин ничего не упоминает об этом в своей книге, ведь он не подозревал, что этот вопрос нанесет удар по его теории. Примитивное представление о науке того времени допускало, что живой организм заключает в себе очень простую структуру. Согласно теории самозарождения, известной с эпохи Средневековья, было принято считать, что живые существа могут образовываться из неживых. В период популярности этой теории была широко распространена мысль о том, что лягушки происходят из грязи, а насекомые – из пищевых отходов. В доказательство тому были даже проведены интересные опыты. Так, на кусок грязной материи посыпали немного зерна, после чего из этой смеси ожидалось появление мышей. Одним из доказательств возможности зарождения жизни из неживой материи считалось зачервившееся мясо. Однако, как выяснилось позже, упомянутые черви не возникали сами по себе. Они появлялись из невидимых невооруженным глазом яиц, оставленных мухами. Во времена же Дарвина убеждение о возможности происхождения микроорганизмов из неживой материи имело широкое признание в научном мире. Между тем, спустя 5 лет после выхода в свет книги Дарвина «Происхождение видов», известный французский биолог Луи Пастер научным путем опроверг убеждения, служившие основой эволюции. После длительной работы и множества опытов, ученый пришел к следующему выводу. Идея возможности создания жизни из неживой материи теперь окончательно канула в историю. Первым эволюционистом 20 века, затронувшим тайну происхождения жизни, стал известный русский биолог Александр Апарин. Цель заключалась в том, чтобы выяснить, как образовалась первая живая клетка, которая, согласно теории эволюции, являлась предком всех живых существ. В 30-х годах нашего столетия Апарин выдвинул некоторые тезисы, в которых утверждал о возможности случайного возникновения живой клетки из неживой материи. Однако усилия Апарина окажутся безрезультатными, и он будет вынужден признать следующее. К сожалению, происхождение клетки является самым туманным вопросом, охватывающим теорию эволюции в целом. Эволюционисты, шедшие по стопам Апарина, провели ряд опытов в стремлении дать эволюционное объяснение происхождению жизни. Самый известный из этих опытов был проведен в 1953 году американским химиком Стэнли Миллером. В своем опыте Миллер использовал газы, которые, по его предположению, содержались в первичной атмосфере Земли. В результате ученым удалось получить несколько простых органических молекул. Но, как выяснилось в последующие годы, этот опыт, преподнесенный в свое время как важное открытие в пользу эволюции, на самом деле не отражал действительности. Позже обнаружится, что газы, использованные в ходе опыта, не имеют ничего общего с газами, когда-то существовавшими в первичной атмосфере Земли. Спустя годы Миллер сам признает несостоятельность этого опыта. Все усилия, затраченные эволюционистами в 20 веке для освещения вопроса происхождения жизни, оказались напрасными.
один из известных сторонников теории эволюции Джеффри Бада в номере за февраль 1988 года ведущего эволюционного журнала IRS признает следующее. Сегодня, оставляя позади 20 век, мы до сих пор лицом к лицу с той же нерешенной проблемой, которая стояла перед нами в начале 20 века. Как зародилась жизнь на Земле? Самым серьезным тупиком для теории эволюции является невероятно сложное строение клетки, объяснить которое случайностью просто невозможно. Все живые существа состоят из этих клеток, размеры одной из которых составляют сотые доли миллиметра. Некоторые организмы состоят всего лишь из одной такой клетки, но даже и они имеют крайне сложное строение. Эти организмы обладают различными функциями, необходимыми для жизнедеятельности, и даже своеобразными мини-двигателями, приводящими их в движение. Это комплексное строение клетки не было известно во времена Дарвина. Под примитивными микроскопами того времени клетка выглядела как обыкновенное пятно. Однако разработанные в середине 20 века электронные микроскопы позволили обнаружить сложное и систематичное строение клетки, никак не объяснимое случайностью. Живая клетка состоит из тысяч частиц, гармонично взаимодействующих между собой. Если сделать образное сравнение, она заключает в себе электростанции, комплексные фабрики, огромный информационный центр, системы снабжения, развиты очистные сооружения. В мембране же клетки словно находятся сознательные механизмы, выполняющие роль контрольно-пропускных пунктов. Для жизнеспособности клетки обязательно наличие всех этих органелл в целом. То есть настолько сложная и взаимосвязанная система возникнуть случайно просто не могла. Даже сейчас в современных лабораториях с новейшей технологией невозможно получить живую клетку из неживой материи. Когда абсурдность этой идеи стала очевидной, все работы в этом направлении были прекращены. Теория же эволюции утверждает, что подобная система образовалась случайно, в то время как это не удалось даже человеку со всеми его знаниями, опытом и развитой технологией. Известный английский математик и астроном профессор Фред Хойль объясняет нереальность самопроизвольного возникновения клетки, приводя следующее сравнение. Случайное образование живой клетки также невозможно, как образование Боинга 747 из кучи металлолома, разнесенной вихрем. Неправдоподобность сценария теории эволюции в виде случайного происхождения жизни доказана всеми областями науки. Современная биохимия доказала, что не только клетка, но и молекула ДНК, содержащаяся в ядре самой клетки, имеет сложнейшее строение. Структура молекулы ДНК была открыта в 1955 году двумя учеными – Джеймсом Ватсоном и Фрэнсисом Криком. Оказалось, что клетки живых существ куда более сложны по своей структуре, чем это считалось ранее. Фрэнсис Крик, награжденный за это открытие Нобелевской премией, несмотря на свою приверженность теории эволюции, был вынужден признать невозможность случайного образования такой сложной структуры, как дезоксирибонуклеиновая кислота. ДНК – это крупная молекула, находящаяся в ядре каждой живой клетки. В этой спиралеобразной молекуле зашифрованы все физические особенности живого организма. Thank you.
информация любого рода, от строения внутренних органов, цвета глаз, вплоть до формы и функций наших клеток, запрограммирована на участках ДНК, называемых генами. Шифр ДНК состоит из различных комбинаций четырех отдельных молекул. Если представить каждую из этих молекул в виде буквы, то молекулу ДНК можно сравнить с алфавитом, состоящим из четырех букв. Вся информация об организме собрана в базе данных. Если всю эту информацию попытаться записать на бумаге, то она займет место, равное миллиону страниц. И это будет энциклопедия по объему, превосходящая энциклопедию Британика в 40 раз. Однако эта гигантская информация скрыта в ядре клетки, размеры которой не превышают и сотой доли миллиметра. Считается, что ДНК количеством в одну чайную ложку способна вместить в себя материалы всех книг мира, напечатанных по сегодняшний день. Несомненно, что такая превосходная структура не могла образоваться спонтанно. Теория эволюции, приписывающая возникновение всего живого случая, оказалась бессильной объяснить природу столь сложной структуры ДНК. Совершенно очевидно, что белки, ДНК, клетка, словом, все живое, является результатом превосходного и безупречного творения. Судя по тому, что существует настолько идеальное творение, следует признать и существование Творца, обладающего безграничной силой, знаниями и разумом. Какое бы живое существо ни изучал человек, он видит исключительность силы Творца. Каждый из миллионов видов живых существ в отдельности является шедевром. И как любое произведение искусства, они знакомят нас с великим мастером. Он – властелин небес и земли, и всего, что простирается между ними.
Вместе с этим, в природе не существует механизма, способного осуществить такой фантастический процесс, как эволюция. Нет процесса, который мог бы превратить одну клетку в сложный живой организм и затем создать из него миллионы различных видов. В качестве эволюционного механизма Дарвин выдвигал единственное понятие – естественный отбор. Значение, которое он придавал этому понятию, легко было понять и из самого названия книги – «Происхождение видов путем естественного отбора». Естественный отбор предусматривает выживание наиболее сильных и приспособленных к природным условиям живых существ. К примеру, в стаде оленей, подвергшихся нападению хищника, выживут лишь наиболее быстрые особи. По истечении некоторого времени оленье стадо будет состоять только из сильных и быстрых животных. Однако, разумеется, подобная система никогда не сможет видоизменить оленей, не превратит их в других животных, например, лошадей. Естественный отбор способствует лишь продолжению здорового рода, отсеивая слабых, больных, изувеченных. Следовательно, естественный отбор не может быть механизмом, осуществляющим процесс эволюции. Эту проблему осознавал и сам Дарвин. В своей книге «Происхождение видов» он признает: при отсутствии полезных изменений естественный отбор ничего не может изменить. В вопросе появления полезных особенностей Дарвин оказался под влиянием своего современника, французского биолога Жана Батиста Ламарка. Ламарк считал, что физические особенности, приобретенные живыми существами в течение жизни, наследуются последующими поколениями. По мнению Ламарка, эти унаследованные особенности накапливались от поколения к поколению, а в результате отбора наиболее полезных из них появлялись новые виды. Например, жирафы, по мнению Ламарка, произошли от антилоп, а шеи их вытянулись, когда животные пытались достать листву с верхушек деревьев. Опять-таки, по мнению Ламарка, если на протяжении нескольких поколений от отца к сыну отрубать руки, то по истечении определенного времени будут рождаться безрукие дети. Впечатленный же этими примерами Дарвин выдвинул еще более нелепое предположение. В книге «Происхождение видов» он утверждает, что киты произошли от медведей, пытавшихся охотиться в воде. Ошибались оба, как Ламарк, так и Дарвин, потому что выдвинутые ими идеи противоречили элементарным биологическим законам. В те времена не существовало ни одной из таких областей науки, как генетика, микробиология, биохимия. Не были известны законы наследственности. Так, Ламарк и Дарвин были убеждены, что генетические особенности передаются через кровь. Из-за примитивного уровня развития науки того времени нереальные сценарии теории эволюции, опиравшиеся только на силу воображения, вовсе не казались странными. Тезисы Дарвина вызывали широкие отклики в научных кругах. Но Дарвин был встревожен, ведь он понимал, что выдвинутая им теория имеет под собой довольно шаткую основу. В одном из разделов своей книги под названием «Сложности теории» он писал: если будет доказана невозможность образования комплексного органа в результате многочисленных малых изменений, следующих друг за другом, моя теория потерпит крах. Опасения Дарвина начали сбываться спустя некоторое время после его смерти. Открытые австралийским ботаником Грегором Менделем законы наследственности напрочь разрушили утверждения Ламарка и Дарвина.
Развитие генетики в начале 20 века доказало, что последующим поколениям передаются только гены, а не приобретенные физические особенности. Таким образом, становилась ясной нереальность такого сценария, как происхождение новых видов путем передачи особенностей, приобретенных в ходе жизни. Следовательно, не было и видоизменений, на которые мог подействовать естественный отбор. Другими словами, естественный отбор, преподнесенный Дарвином как крайне важный механизм, не обладал никакой эволюционной силой. Таким образом, выдвинутая Дарвином теория эволюции потерпела крах еще в начале 20 века. Все усилия эволюционистов, затраченные ими на протяжении 20 века, доказали нечто иное, как отсутствие эволюционной силы естественного отбора. Известный эволюционист, английский палеонтолог Колин Петерсон, констатирует этот факт следующими словами. Никто не смог произвести новый вид с помощью механизма естественного отбора. Никто не смог даже приблизиться к этому. И на сегодняшний день именно эта сторона неодарвинизма обсуждается больше всего. Кроме того, наука 20 века показала, что живые организмы состоят из систем и органов, функционирующих в результате сложных и взаимосвязанных процессов. Эти системы и органы не могут функционировать при отсутствии хотя бы одного звена. Такая особенность, называемая неупрощаемой комплексностью, указывает на то, что все структуры организма появились одновременно и в полноценном виде. Данный факт окончательно сокрушил теорию эволюции, согласно которой живые организмы развивались поэтапно под воздействием мелких изменений. После того, как выяснилось, что выдвинутый Дарвином естественный отбор не обладает никакой эволюционной силой, эволюционистам пришлось в корне изменить свою теорию. К понятию естественного отбора они добавили такой процесс, как мутация. Мутации – это изменения и нарушения, происходящие в ДНК живых организмов под воздействием таких внешних факторов, как радиация и химические вещества. Теория же эволюции утверждает, что живые существа развивались, видоизменяясь друг от друга путем мутаций. Между тем, мутации разрушают структуру ДНК, следовательно, наносят живому организму только вред. До сегодняшнего дня ни в природе, ни в лабораториях не зарегистрировано ни одного случая полезной мутации. С помощью мутаций животное не может обрести новые органы. Так, у рептилии не появится крыло, а безглазое существо не станет зрячим. Десятки лет эволюционисты подвергали радиации различные виды живых существ, чтобы добиться полезных мутаций. Однако, каждый раз получали только покалеченных, неполноценных и бесплодных. Бесчисленные опыты, проведенные на плодовых мухах, показали, что мутация обладает разрушительной силой, а в ряде случаев и смертельной, но никак не созидательной. Мутации нарушают превосходный и безупречный шифр ДНК, тем самым превращая живое существо в урода. Почему самый известный сторонник теории эволюции наших дней, профессор Ричард Долкинс, на вопрос, существует ли какой-либо пример мутации или эволюционного процесса, способного усовершенствовать генетическую информацию живого организма, погрузился в раздумье. Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process
which can be seen to increase the information in the genome. Сказать по существу, истина налицо. Живые существа устроены настолько сложно, что их появление никак не объяснимо случаем. Механические часы не могут образоваться в результате случайного соединения их деталей. Они указывают на существование разумного мастера, своего дизайнера. Точно так же и все живое, обладающее исключительным дизайном, доказывает существование Творца, что сотворил все из ничего. Вся Вселенная является результатом безупречного творения. Высший разум, сила и знание Создателя проявляются во всех его творениях. Создание лишь только человека уже само по себе является чудом, очевидно доказывающим ту истину, которую всячески пытается скрыть теория эволюции. В 20 веке теория эволюции потерпела крах не только перед лицом молекулярной биологии, но также и в области палеонтологии, то есть науки об останках. В ходе раскопок, проведенных во всех уголках света еще с момента возникновения теории, не было найдено ни одного ее палеонтологического доказательства. Останки живых существ, живших в древности и мгновенно изолированных от атмосферного воздуха, сохранились вплоть до сегодняшнего дня.
Эти останки предоставляют нам информацию об истории живых существ, населявших Землю. Поэтому именно они определяют научный ответ на вопрос о происхождении жизни. Согласно теории Дарвина, живые организмы брали свое начало от одного общего предка. Появление же столь разных существ происходило, по его мнению, в течение длительного времени в результате поочередных мелких изменений. Согласно теории, сначала образовались одноклеточные организмы. Затем, в течение сотен миллионов лет, они преобразовались сначала в беспозвоночных обитателей моря, а затем и в рыб. Эти рыбы, выйдя на сушу, преобразовались в рептилий. Согласно тому же утверждению, птицы и млекопитающие произошли от рептилий. Если посчитать это утверждение верным, то в истории должно было существовать большое число переходных форм, связывающих друг с другом различные виды живых существ. К примеру, если бы рептилии действительно преобразовывались в птиц, то в прошлом должны были наблюдаться миллиарды полуптиц-полурептилий, которые, в свою очередь, обладали бы несовершенными и неполноценными органами. Дарвин называл эти сказочные существа промежуточными переходными формами. Он знал, что для доказательства его теории непременным условием является наличие останков промежуточных форм, среди прочих окаменелостей. Вот что он писал в своей книге «Происхождение видов». «Если моя теория верна, то обязательно должны существовать переходные формы, связывающие виды между собой. Доказать их существование можно только с помощью ископаемых останков». Однако Дарвин осознал, что среди ископаемых останков нет ни одной из мифических промежуточных форм. Поэтому он посвятил этой проблеме целый раздел своей книги и привел там ряд тревожащих его вопросов. Если на самом деле виды произошли друг от друга, постепенно развиваясь, то в таком случае почему мы не сталкиваемся с бесчисленным количеством переходных форм? Должно быть множество промежуточных форм, но почему мы не можем найти их захороненными в земных слоях? Дарвин утверждал, что так называемые промежуточные формы обязательно будут обнаружены при более детальном изучении ископаемых останков. Поэтому эволюционисты, шедшие по стопам Дарвина, в течение 140 лет исследовали геологические слои во всех уголках света в поисках переходных форм. Однако все эти старания закончились глубоким разочарованием. Промежуточные формы, о которых мечтал Дарвин, продолжали оставаться плодом фантазии. Известный английский палеонтолог Дерек Эйджер, вопреки своим эволюционистическим взглядам, признает следующее. Наша проблема состоит в следующем. При детальном исследовании останков на уровне видов или классов мы постоянно сталкиваемся с одной и той же истиной и видим не ступенчатое возникновение в процессе эволюции, а мгновенное образование групп на Земле. Древним земным слоем, в котором начинают встречаться останки комплексных живых существ, является слой Кембрия, возраст которого колеблется в пределах от 530 до 500 миллионов лет. В более древних земных слоях не встречается никаких останков живых существ, кроме останков одноклеточных организмов. В кембрийский же период мгновенно появляются виды существ, абсолютно отличающиеся друг от друга. Свыше 30 таких видов беспозвоночных, как медузы, морские звезды, трилобиты и улитки, появляются в один миг.
эти живые существа имеют такие сложные системы организма, как система кровообращения, а также предельно комплексные органы. К примеру, глаз трилобита является чудом дизайна, состоящим из сотен различных ячеек и функционирующим по принципу двойной линзы. Этот первый глаз, появившийся на Земле, напрочь сокрушает утверждение о развитии живых существ от примитивного к сложному. Кроме того, ячеистая система глаза, которым обладал трилобит, существует уже на протяжении 530 миллионов лет и не претерпела ни малейшего изменения. Такое строение глаза наблюдается и у таких насекомых, как пчела и стрекоза. Согласно теории эволюции, живые существа должны были произойти от других, более примитивных организмов. Между тем, нет ни одного комплексного живого существа, возникшего до трилобитов и других организмов кембрийского периода. Живые существа этого периода появились внезапно, не имея никакого общего предка. Самый известный защитник теории эволюции, английский зоолог Ричард Долкинс, признает по этому поводу следующее. Живые существа кембрийского периода как будто бы появились, не подвергаясь эволюции, и ничуть не изменились. Это обстоятельство решительно опровергает теорию эволюции, так как сам Дарвин в своей книге «Происхождение видов» писал. Если многочисленные виды, относящиеся к одному классу, начали свое существование одновременно, то это станет смертельным ударом по моей теории, которая предусматривает эволюцию от единого предка путем естественного отбора. Этот смертельный удар, которого так опасался Дарвин, зародился уже в период Кембрия. Разновидности живых организмов с их безупречным строением внезапно появляются и в послекембрийских слоях. Такие основные группы живых существ, как рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие, а также и сотни других видов, входящих в эти группы, появились мгновенно и в совершенном виде. Среди этих групп нет ни одной из промежуточных переходных форм, найти которые так жаждут эволюционисты. Этот факт, предоставленный данными исследований ископаемых останков, доказывает, что каждая разновидность живых организмов была сотворена Всевышним. Палеонтолог-эволюционист Марк Чарнеки признает это в следующих словах. Останки всегда были большой преградой для доказательства теории эволюции. Они никогда не представляли переходных форм, предполагаемых Дарвином. Виды появляются мгновенно и также мгновенно исчезают. И эта неожиданная ситуация стала поддержкой в пользу аргумента создания всего живого Бога. Более того, останки живых существ, живших сотни миллионов лет назад, ничем не отличаются от существующих ныне. Так, скелет акулы, возраст которой составляет 400 миллионов лет, обладает таким же строением, что и скелет современной акулы. Нет абсолютно никакой разницы между строением муравья возрастом в 100 миллионов лет и современным муравьем, между стрекозой, которой 135 миллионов лет, и современной стрекозой, между летучей мышью в 55 миллионов лет и современной летучей мышью. То есть живые существа были созданы Богом.
и со дня своего сотворения не претерпевали никакой эволюции. Научные открытия показали, что несколько ископаемых останков, которые эволюционисты приняли за переходные формы, на самом деле не обладают никакими особенностями этих форм. Одним из важнейших примеров подобного рода были останки рыбы соликанд. На протяжении многих лет эволюционисты, опираясь лишь на эти останки, заявляли о том, что рыба соликанд обладала особенностями строения наземных существ. К примеру, примитивными конечностями и полулегкими. Эти эволюционные комментарии относительно соликанда были представлены как научный факт, а вымышленные иллюстрации, изображавшие переход этого существа на сушу, даже вошли в школьные учебники. Когда же в 1938 году в Индийском океане был выловлен живой соликанд, который считался вымершим, эволюционисты пережили настоящий шок. Ведь обнаружилось, что эта рыба ничем не отличается от современных. Вопреки заявлениям эволюционистов, у соликанда не было ни примитивных конечностей, ни полулегких. Более того, рыба, которую изображали выходящей на сушу, оказалась глубоководным обитателем, не поднимающимся выше 180-метровой глубины. В качестве другой переходной формы эволюционисты настойчиво выдвигали останки доисторической птицы Археоптерикс. Эволюционисты заявили, что это существо является полурептилией-полуптицей, не способной к длительному полету. Однако седьмой по счету окаменелый скелет Археоптерикса, найденный в 1992 году, показал, что это доисторическое животное обладало грудиной, необходимой для работы летательных мышц. Это доказывало, что Археоптерикс был полноценной птицей. Беспочвенность утверждения о том, что эта древняя птица является переходной формой, стало очевидным, когда у некоторых разновидностей современных птиц, например, у хоацина, были обнаружены аналогичные когти на крыльях. По этим причинам, один из самых известных сторонников эволюции наших дней, палеонтолог из Гарвардского университета Стефен Джей Гулд, был вынужден признать, что Археоптерикс не может считаться переходной формой. При изучении строения различных групп живых существ становится ясным отсутствие каких-либо эволюционных процессов между этими видами. Так, например, рыбы, обладающие специальными системами пищеварения, дыхания, обмена веществ, спроектированы для жизни в воде. Следовательно, выход этих существ из воды и их превращение в наземных животных совершенно невозможен. Группы наземных обитателей также отличаются друг от друга. Эволюционисты считают, что птицы образовались от рептилий, претерпевших ряд случайных изменений. Между тем, рептилии – это холоднокровные организмы, а птицы, в свою очередь, являются теплокровными существами. Тело птицы покрыто сложным по своему строению оперением, в то время как рептилии покрыты чешуей, совершенно отличающейся от перьев. Птицы обладают строением легких, которое отличает их от остальных наземных обитателей. А объяснить сложнейшее аэродинамическое строение крыльев пернатых теория эволюции и вовсе не в силах. Утверждение же о том, что крылья развивались благодаря небольшим поэтапным изменениям, является безосновательным, так как полет с помощью полукрыльев просто невозможен. Эволюционисты также считают, что некоторые рептилии в ходе эволюции преобразовались в млекопитающих, в то время как эти группы животных существенно отличаются друг от друга. При размножении рептилии откладывают яйца, тогда как млекопитающие являются живородящими. Кроме того,
рептилии покрыты чешуей, а для млекопитающих характерен густой волосяной покров. Вскармливание детенышей молоком присуще лишь млекопитающим, и эволюционисты не в силах дать объяснение происхождению подобного явления. Находясь перед фактом, представленным данными исследованиями останков древних животных, эволюционисты сосредоточили все свои усилия на идее о происхождении человека от обезьяноподобных существ. До сегодняшнего дня просуществовало около 6500 различных видов обезьян, большая часть которых уже вымерла. Большие и малые черепа этих вымерших существ стали материалом для фантастических комментариев эволюционистов. Сторонники эволюции выдвинули сценарий происхождения человека. Расположив черепа вымерших обезьян в порядке увеличения размера и разместив в этом ряду черепа представителей человеческих рас, некогда населявших Землю. Важнейшее место в этом сценарии уделено представителю вымершего вида обезьян, названному австралопитеком. Останки австралопитека впервые были найдены в 1924 году палеонтологом Раймондом Дартом. Эволюционисты заявляют, что этот вид обезьян, чье название переводится как «южная обезьяна», якобы является человекообразным. Хотя при сравнении скелетов австралопитека и шимпанзе не обнаруживается никаких отличительных особенностей. Против этого факта приверженцы теории эволюции выдвинули идею о том, что австралопитек, в отличие от других обезьян, был прямоходящим двуногим существом. Однако это утверждение было опровергнуто двумя всемирно известными палеонтологами – Солли Цукерманом и Чарльзом Окснардом. Словом, австралопитек, выдаваемый эволюционистами за исторического предка человека, является лишь представителем вымершего вида обезьян. В свою очередь, останки, разделенные эволюционистами на мифические классы типа Homo erectus, Homo ergaster, Homo sapiens, в действительности принадлежат различным человеческим расам. При изучении этих останков стало очевидно, что они ничем не отличаются от скелета современного человека. Единственная разница заключается в структурных изменениях черепа, но такие же различия наблюдаются и между человеческими расами, населяющими сегодня нашу планету. Известный эволюционист, палеантрополог Ричард Лики признает факт подобных отличий между черепами представителей Homo erectus и современных людей. Эти различия не более чем разница между расами людей, живущими сегодня в различных географических широтах. Перед лицом научных фактов единственным орудием эволюционистов остается лживая пропаганда. Сценарий эволюции человека, не имеющий под собой научной платформы, внушается обществу при помощи фантастических иллюстраций, публикуемых в эволюционной литературе. На этих иллюстрациях изображены существа с мохнатыми телами и обезьяньим ликом, приукрашенные человеческими чертами. Таким способом вызывается ощущение, будто в древности действительно существовали эти вымышленные переходные формы. Иногда даже прилагались рисунки, на которых изображались эпизоды повседневной жизни этих мифических существ. С помощью подобных беспочвенных методов сценарий эволюции человека вносится в подсознание людей. Даже в самых известных научных изданиях часто выделяется место для лжи, называемой реконструкционными рисунками, а также составленными на ее основе схемам вымышленного родословного дерева. Сила воображения эволюционистов не ограничивается лишь мифическими рисунками и схемами. Увлеченный своими фантазиями,
Они даже снимают фильмы с участием вымышленных полулюдей, полуобезьян. В действительности же все это откровенная ложь. Единственная вещь, которую они называют доказательством своей теории, это несколько обломков костей черепа и голени. Опираясь на исследование останков костей, совершенно невозможно сделать выводы о состоянии волос, кожи, строения носа, ушей, губ и других черт лица, не оставляющих никаких следов на останках костей. Эволюционисты же формируют эти мягкие ткани в специальных мастерских, исходя из потребностей их теории. Они монтируют глаза человека в череп обезьяны. Затем покрывают все это тканями по своему усмотрению и таким образом мастерят обезьяне лица с человечьим взглядом. Отсутствие какой-либо научной ценности подобных реконструкций подтверждает и Эрнст Хутен из Гарвардского университета. Вы с таким же успехом можете уподобить череп неандертальца черепу какой-либо обезьяны или философа. Такого рода восстановления, опирающиеся на останки древних людей, не имеют почти никакой научной ценности и используются для управления народной массой. Одним словом, все эти эволюционные иллюстрации и макеты – не что иное, чем обман. Эволюционисты заходят в этом вопросе настолько далеко, что с легкостью могут подобрать несколько совершенно разных лиц к одному и тому же черепу. Популярным примером настойчивости эволюционистов в фабрикации ложных масок являются останки зинджиантропа, на основе которых были сделаны три совершенно разных реконструкции. Эволюционисты не ограничились изображением своих фантазий на рисунках. Они также позаботились и об изготовлении настоящих подделок. Самым известным примером научной фальсификации стали останки Пилтдауна, подготовленные в 1912 году английским ученым-эволюционистом Чарльзом Доусоном. Эти останки выставлялись как наиважнейшее промежуточное звено, связывающее человека с обезьяной. В течение 40 лет они выставлялись в различных музеях. Однако в 1949 году специалисты провели повторные анализы этих останков и обнаружили, что они являются подделкой, где в череп человека вмонтирована челюсть орангутанга. В 1922 году эволюционисты, опираясь на останки лишь одного зуба, выдвинули фантастическую переходную форму под названием Небраска. Воспользовавшись случаем, они украсили свою выдумку выражением на латыни «Gesperopithecus Garold Cooke». Не забыли они и о составлении ряда вымышленных рисунков к нему. Однако спустя некоторое время выяснилось, что зуб, служивший эволюционистам источником вдохновения, принадлежал дикому кабану. Совершенно очевидно, что множество останков, представленных до нынешнего дня в качестве аргументов в пользу эволюции, никоим образом не обосновывает эволюционное учение. Так, неандерталец, представленный в 1856 году как доказательство теории эволюции, был исключен из литературы в 1960-м. Пилтдаун, сфабрикованный в 1912 году, был забракован в 1953-м. Зинджиантроп, представленный миру в 1959 году, не выдержал критики уже в 1960-м. Рамапитек, включенный в литературу в 1964 году, канул в лету в 1979 году. Однако, вопреки всему, во многих странах мира, в том числе и в США,
Средства массовой информации и ряд эволюционных изданий продолжают представлять эти останки в качестве научного факта. Значительная часть общества считает эволюцию научно обоснованным явлением. Множество фальшивых доказательств, аннулированных даже авторитетными эволюционными кругами, до сих пор преподносится в школьных учебниках в роли предков человека. Между тем, истина, которую пытаются скрыть эволюционисты, очевидна и ясна. Ископаемые останки живых существ открыто подчеркивают, что жизнь на Земле появилась мгновенно и в первозданном виде. То есть была сотворена и сотворена никем иным, как великим Творцом, хозяином всей природы, создавшим каждый вид в отдельности, наделив его чудесными особенностями. Этот великий Творец – Бог, властелин небес и земли и всего, что простирается между ними. Созидательных идей, упрямо требующих крови, от разрушительных страстей, лежащих тайно в их основе, от правд, затмивших правду дней, от лжи, что станет им итогом, одно спасение — стать умней, сознаться в слабости своей и больше зря не спорить с Богом. Наум Коржевин. XIX век. Очень особенный. В России еще не убили Пушкина, а в Германии уже родился Маркс. Две эпохи столкнулись лоб в лоб. События теснят и торопят друг друга, сплетаются в клубок научных и технических сенсаций. Человек уже независим от расстояний. Он взглянул на Землю с высоты птичьего полета. Застучал телеграф. Зазвонил телефон, наступает эра информации. Растут заводы и фабрики, а значит, на горизонте изобилие. А главное, все это реально. К этому можно прикоснуться, этим можно пользоваться, обогащая свою жизнь. К этому приятно привыкать. Будущее видится, как картинки из романов Жюля Верна. Чудо-машины преображают мир, разум торжествует. Человек покоряет природу и утверждает себя. Он всесилен. Он Бог. В то время еще никто не знал, как опасно назначать себя Богом.
потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Итак, человек взлетел на крыльях прогресса и стал высматривать, что бы еще такое преобразовать. Не повезло социальному устройству. Но если законы природы подчиняются формулам, законы социальные покоятся на религии и государственности. Подпилить оба этих столпа одновременно еще никто не пробовал. Боялись. И тогда эпоха призвала смельчаков. Во-первых, эйфория прогресса породила миф о сверхчеловеке, белокурой бестии. Вначале к этой теме осторожно прикоснулся Шопенгауэр. Потом ее довольно громко сыграл Вагнер. А уже ближе к концу века, трудами гениального безумца Фридриха Ницше, сверхчеловек прочно укоренился в умах. Заметим. В 1889 году, когда Ницше создавал свою книгу «Воля к власти», родился самый рьяный его почитатель и главный сверхчеловек Адольф Шикльгрун. Во-вторых, как-то разом сбрендила передовая интеллигенция. Отточила бойкие перья и вонзила в государственные устои, не сознавая, что втыкает их себе же взад. Попробуйте объяснить феномен просвещенного фабриканта Энгельса, который сам за собственные деньги создает учение о том, как разорить и удавить фабриканта Энгельса. Учение заключалось в том, чтобы пойти и отнять. Это было симпатично. Это возбуждало. Это было гораздо веселее, чем давать дневную норму. И, наконец, третье. Человек обрел свою родословную. Отказавшись от Божьего отцовства, он назвал своим предком обезьяну. Правда, Дарвин выдвинул эволюционную гипотезу, сделав 1000 оговорок, и во главе эволюции все-таки усматривал Творца. Но материалисты сомнения отбросили. Им был нужен человек, который сам по себе, которому все дозволено. Так человек обретал новое самосознание. Да вот беда, все тормозилось многовековым моральным кодексом, христианскими традициями. Социальное равенство в земной жизни не предусматривалось. Братство означало всепрощение, а главные средства классовой борьбы – убийство, грабеж и сотворение кумиров – были под запретом. Ну, путался он под ногами, этот бог. Не давал взмахнуть крылами. Но и тут эпоха помогла дерзким новаторам. Массовые передвижения между континентами обогатили мир не только колониальным сырьем, но и мудростью Востока. Эта мудрость была демократична и свободна от догматов. Она манила экзотикой, сулила тайные знания в короткие сроки и принуждала лишь к одному – расслабиться и получать удовольствие. С середины века расцветают оккультные науки и спиритизм.
Прогрессивное человечество общается с доступными болтливыми духами. По Америке и Европе будто в вальсе кружатся столы. Растроганные родственники беседуют с милыми сердцу покойниками. Русский самородок Елена Петровна Блаватская дарит миру теософию. Учение, основанное на оккультных знаниях Древнего Востока. Тех самых знаниях, от которых церковь предостерегала 1800 лет, называя их сатанинскими. Новое учение Елена Петровна придумала не сама. Его нашептали ей тибетские духи-наставники. Нашептали в прямом смысле, на ухо, оставаясь при этом дома, в заоблачной Шамбале. Нашлись охотники подправить христианство. 19 век породил свидетелей Иеговы, мормонов, толстовцев, адвентистов, молокан. Духовные шатания дали результат. Прочно сбитый христианский мир стал терять свою прочность. Новейшие апостолы уже не скрывали своей цели. Классики марксизма писали: принципы христианства превозносят трусость, самоунижение, смирение, покорность, словом, все качества черни. Из России откликался Дмитрий Иванович Писарев. Христианство создается воображением на почве бедствий и страданий. Реплика масонов. Важнее всего не дать новым поколениям сохранить в своем духе хотя бы малейший след христианских догматов. Из статьи Блаватской в Pall Mall Gazette. Наша цель в том, чтобы смести христианство с лица земли. Нравы действительно стали проще. Появилась первая фотопорнушка, русские бомбисты, дамы на велосипедах, пулемет «Максим» и широчайшая практика для венерологов. Свобода мысли входила в моду. Теперь, поколебав нравственные основы, можно было расплющить все остальное. ...1871 год. Парижская коммуна. Первый опыт в череде пролетарских революций. Церковь отделена от государства. Поджоги, расстрелы, дележ чужой собственности. Народ ликует по уши в крови. О своей причастности к Парижской коммуне заявили масоны, смаковали перспективы. Когда самодержавная Россия сделается цитаделью христианства, мы спустим с цепи революционеров и безбожников и вызовем социальную катастрофу, которая покажет всему миру абсолютный атеизм как причину одичания и кровавого беспорядка. Тогда люди примут всемирную проповедь люциферианского учения. Поясним. Люциферианское учение – это поклонение сатане. Thank you.
20 век. Он не просто пришел на смену 19-му. Он из него вытек, логично и адекватно. Огонек, зажженный в годы всеобщей эйфории, пробежал по фитилю и добрался до пороховой бочки. Ахнуло так, что потемнело в глазах. Получилось много гажа. Но именно 20 век с его бесконечными мясорубками доказал, что человек на должности Бога – аттракцион смертельно опасный. Возник вопрос, а действительно ли Homo sapiens? Ну, например, наши города – это огромные пространства, залитые активным канцерогеном асфальтом. Именно здесь вполне сознательно роятся сотни миллионов людей. Живут в полную силу и ждут, когда рак свистнет. Чего же тут разумного? Увлеченные производством материальных благ, мы параллельно производим 24 миллиарда тонн углекислого газа в год и выбрасываем его в атмосферу. Туда же летят сотни миллионов тонн вредных отходов. Чтобы покончить с атмосферным вопросом как можно быстрее, человек ежегодно изводит 150-200 тысяч квадратных километров тропического леса, то есть источник кислорода, от которого впрямую зависит его жизнь. Разумно? Продолжается многолетняя борьба за справедливость. В мире изобилия миллионы людей умирают от голода. Миллиарду недоступна медицинская помощь. Положившись на разум, мы изживаем инстинкты. Например, инстинкт материнства. Ежегодно 150-200 миллионов детей расчленяются прямо в материнской утробе с полного одобрения папы-мам. Но биологический вид, не заинтересованные в размножении, это нонсенс мироздания. Это сухая ветвь, которую положено отсекать. В недрах истории не сработал механизм, который считался надежным. Казалось, вместе с наукой и техникой будет прогрессировать и нравственность. Увы, не сложилось. Человек ослеплен своей правотой и всесилием. Он утрачивает способность соизмерять себя с природой. Мы завоевали космос. Мы обуздали атомную энергию. Мы покорили природу. Поразительно.
Как при таких потенциалах мы до сих пор не победили кариес и лобковую вошь? Вы обратили внимание? У нас постоянно что-то взрывается, падает, вспыхивает, рушится. Мы уже не в силах удержать в руках все, что насочиняли для собственного комфорта. Любая средневековая война – детский лепет в сравнении с месячной сводкой техногенных катастроф. Мы создали индустрию по производству трупов, и она работает. Работает. Работает на износ. Парадоксально, но мы не сумели изобрести ничего такого, чтобы не обернулось нам во вред. Научно-технический прогресс, такой ласковый в начале 19 века, становится диктатором. Он формирует сознание. Он пробуждает в нас стихию потребления, стяжание благ как цель и способ жизни. Мы торгуем детьми и внутренними органами. Мы заменяем их как детали механизма. Подспудно мы это чувствуем. Инстинктивно боимся. Поэтому погружаемся в неведомый доселе виртуальный мир, где не надо терпеть и сочувствовать, где лишним является все, кроме меня. И не здесь ли начало религии и социологии 21 века? Прогресс победил. Мы стоим на пьедестале из компьютеров и шаттлов. Казалось бы, чего еще? Но нет. Нас пожирают тоскливые предчувствия. Отрицать этот факт наивно. Миллионы людей мечутся в поисках успокоения. Кто-то отдается психоаналитикам, кто-то шаманам. Одни уходят в секты, другие в уфологию, третьи в суицид. Говорят, цивилизация давит на психику. Да не на психику. На душу она давит. На горизонте истории маячат недобрые тени. И даже самые научные ученые подтверждают, что всему бывает конец. Молитва. Человек перед лицом Бога. Похоже, наука достигла края. В лабораторных условиях приборы фиксируют то, чего не может быть. Человек в полном сознании, но кора головного мозга отключена. Феномен подлинной молитвы. Диалог на неведомом уровне сознания. Диалог о чем? Да, в общем-то, старый разговор. О начале и конце, между которыми существует история. Для кого-то просто цепь событий, для кого-то пространство общения с Богом. И если потребности в таком диалоге у человека нет, история становится излишней. Она перестает быть. Гора,
Стену наших амбиций 2000 лет тихо стучится христианская апокалиптика. Переворот представлений о причине и следствии. Люди погибнут не в результате вселенской катастрофы. Вселенская катастрофа наступит в результате человеческих беззаконий. Как вам нравится такая логика? Мы хотели повелевать миром, его судьба отдана в наши руки. Почему же мы прячем их за спину? Почему, стремясь к вершине, забываем, что это точка, с которой есть только два пути? Либо вверх в небо, либо вниз в пропасть.